Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами делаем диетический коктейль кефирный. Очень вкусный, но он по вкусу напоминает мороженку. Во время диеты или правильного питания он очень просто вкусный, невозможно. Но он и сытный. Его хватает где-то сытности часа на 3. Вот, поэтому его лучше всего кушать на завтрак, вернее пить. Для этого нам понадобится геркулес 30 грамм, сухой геркулес, кефир 2,5% 250 грамм. Также банан 100 грамм, это как раз вот где-то целый банан. И яблоко 100 грамм, тоже вот он, как раз целое яблоко. А все вместе это получается у нас 381 килокалория. Ну, согласитесь, во время даже диеты это очень мало, ну, довольно мало. А белки 12,8, жиры 9, углеводы 59,3. Мало. И давайте приступим его делать. Так, для этого нам понадобится яблоко с бананом порезать, почистить, порезать. Мы с вами их почистили. И теперь смотрите, если у вас есть специальный блендер, коктейльник, то можете вы отправить это все так. То есть половинки яблок, также поломать просто банан и все. Если у вас маленький блендер, который перемешивает в чашечке, потом видите, тогда лучше всего их покрошить. Я их покрошу. У меня вот блендер вот такой вот. Мы будем все это перемешивать в стаканчики. Значит, если вы перемешиваете в стаканчики, сначала стоит забросить именно фрукты. Сверху мы кладем геркулес. Нам важно, чтобы он тоже перемешался, чтобы он измельчился. И все это мы заливаем немножечко сначала кефира, потом мы добавим побольше. Берем мы вторую часть блендера, в которой находится весь механизм. Вставляем. Вот он, вставляем. И начинаем перемешивать все это. Вот смотрите, я все перемешала. Также вы можете проверить, допустим, ложечкой там помешать, либо сделать такими движениями. Там, в принципе, все перемешано. Но, конечно, лучше всего делать такой коктейль именно в блендере для жидкого. Именно в таком блендере. Но можно и здесь тоже. Все это перемешиваем. В принципе, вот они, немножко геркулес остался. А можно, если вам показалось, что геркулес слишком большеватый, можно его сначала в кофемолке перемешать, чтобы он прям превратился в песок или в муку. А потом добавить просто сюда. Но мне, в принципе, очень понравилось. Именно вот эти вот маленькие кусочки во время диеты, они просто восхитительные. Даже не то, что во время диеты, а во время некого такого голодания. Это просто супер. И вкус здесь получается обалденный. Теперь мы берем любимый стаканчик. У меня вот такая вот кружка. И просто все туда выливаем.
Кладем в крышечку нашу трубочку и закручиваем. Можно дать немножечко коктейлю настояться. Немножечко отдохнуть можно, чтобы он немножечко остыл. И потом пробуем. Это очень вкусно. Это безумно просто вкусно. Возможно, может быть, у меня просто кефир очень вкусный. Также попробуйте подобрать вкусный кефир. Не абы какой. Вот так он красиво выглядит. Очень красиво он выглядит именно в этом стаканчике. Но также вы можете его перелить в любую емкость, вашу любимую, с которой вы любите пить коктейли. Вот. Также я жду ваших рецептов, кто на правильном питании, кто на диете, какие коктейли пьете вы. Обязательно пишите рецепт, и мы вместе с вами его попробуем, приготовим. Я выложу его в YouTube. Также на сегодня это все. Пишите комментарии обязательно. Я очень жду. Обязательно подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новенькое. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.